Всем привет, дорогие друзья, всем доброго времени суток. И сегодня нас с вами ждет максимально брутальный выпуск. Ладно. Всем привет, друзья, с вами Герман, и сегодня нас с вами ждет вторая серия фуддрафта. В общем-то, первая серия, первый матч довольно-таки удачно зашел на нашем канале, и было много просмотров, вы довольно-таки серьезно его смогли залайкать, поэтому мне ничего не остается, кроме как продолжить наш путь. Давайте перенесемся на наш импровизированный экран и увидим, что же у нас творится там. В наших матчах одна победа, и это еще далеко не показатель того, что мы удачно начали. Нам сегодня нужно сыграть второй матч. Но перед этим мы переносимся в наш состав и делаем некоторые изменения. Как я уже говорил, вы можете менять, собственно говоря, состав своими комментариями, писать о том, что вы хотели изменить. И я делаю вот такую вот фишечку, отталкиваясь от того, что вы мне советовали. Я выпускаю Женю Коноплянко в стартовый состав. Все-таки в прошлом матче он действительно сделал погоду и, можно сказать, доказал то, что он должен играть в стартовом составе. И Варана я поставлю слева к Жене, но для того, чтобы у него была хоть какая-нибудь сыгранность, хотя Варан это центральный защитник, а не левый. Но вот таким составом я сегодня начну матч. Добавить могу лишь то, что у нас на скамейке запасных есть такие футболисты, как Неймар, Лука Модрич, и они нам, я думаю, пригодятся во втором тайме. Что ж, друзья, поехали искать соперника. Да неужели вы не хотите со мной играть? Чуваки, ну что за фигня? Почему не находит соперника постоянно? Причем не в онлайн-сезонах и не в футдрафте. Ставьте палец вверх, если вы тоже столкнулись с такой же проблемой и у вас не находит соперника. Наконец-то мы нашли сегодняшнего оппонента. Быстро нажимаем «Готово», пока он не отказался с нами играть. Черная форма. Дружище, у меня тоже черная форма и желтая, поэтому давай будем лояльны к нам и оставим нам эту, собственно, золотую и желтую форму. Так, состав соперника. Неймар. Ну, что-то как-то не очень сыграно. Конечно, есть Неймар, конечно, есть Коста, Видаль. Это футболисты, которые будут тащить, они всегда тащат. Но при этом как-то не очень целесообразно выглядит состав. Поехали, друзья, второй матч. И я надеюсь, что он будет такой же, как и первый. Ну, я имею в виду не по плотности катки, а потому что мы одержали в нем победу. Так, в серединку. И вот здесь нужно находить лазеечки. Женечка, давай, Женя, ты можешь. Женя, аж так, это штрафной, который мы быстро разыгрываем, но передача не прошла, к сожалению. Но мяч остается у нас или не у нас. Что? Почему ты пробегаешь мимо мяча? По-моему, там очко было, чуваки, я потом пущу, конечно, в замедленном повторе, но так не играют, серьезно, даже я себе такого не позволял, когда играл в футбол, отлично. И встречай, как хорошо его встретили-то, а! Какой молодец мой защитник, вместе с ногами оторвал мяч. На месте, вратарь, не чуди, родной ты наш, не придумывай никаких опасностей в наших воротах. Да почему мяч-то отскакивает постоянно к моему сопернику? Как его так выбить-то, чтобы сохранить? Вот, все, да, сохранил мяч. Не удается, просто не удается зацепиться банально за мяч. Ну и наконец-то вратарь у нас взял его в руки, и мы сможем нормальную атаку провести. Ну-ка, Женя. Я в тебя верю, Женя! И защитник блокирует удар. Ой-ой-ой, что делает наш соперник? Ой, Бегович, умница! Что же ты сделал сейчас, а? Вот это был отскок, правда. Да нет, это удар чисто для статистики, не более. Так, давай. И убегай, родной мой. Давай, отлично. И ты должен. Нет, ну это не подача, конечно же. Ну что это за удары? Это серьезно, чувак просто статистику себе набивает. Да что за привозы-то, а? Я не буду так играть, но я не понимаю этого. А, перекладина!
Умница, умница, перекладина. Хотел похвалить своего вратаря, но его, наверное, не за что сейчас было хвалить. Поэтому давайте пенять на судьбу. Обычно говорят злодейку, но в нашем случае удачу. Давай, отлично, отлично. Нужно как-то довести до какого-нибудь момента, потому что Женя молодец. Женя как обострил, как обострил. Женя и, наверное, да, друзья, это 1-0. Евгений Коноплянко доказывает, что мы не просто так выпустили его в стартовый состав. Женя, ты просто царь. Я когда пытался обострить за него, я думал, ну, вот какую-то, я не знаю, подачу сделать или еще что-то. Я абсолютно не рассчитывал на то, что нам удастся пролезть через всю оборону и забить гол. Что за начало с центра, чувак? Да это не 15-й FIFA, да прикрыть. Да, что... Нет, 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 Бегович, Бегович! Бегович нам не пригодился мимо ворот, но... Проходы все еще работают, все как в 15-й. Чувак, да ты заколебал бегать, ты просто бегаешь, понимаешь? Блин, я не знаю, как играть, серьезно, просто парень берет мяч за своих нападающих быстроногих и бежит, но... Бегович, я не знаю, достал ты или нет, но спасибо. В любом случае, спасибо. Наверное, не достал, потому что первый тайм на этом заканчивается. Счет 1-0, и нас довольно-таки серьезно так прижимают, поэтому давайте немножко сделаем упор на атаку, выпустим Неймара и, наверное, выпустим Лука Модрича. Евгений Коноплянко, брозди просторы. Бровки неплохо ушли под серединку и обратно, как он на раскачке играет, штанга, Женя, Женя, как ты был близок, а? Хорошая передача, она дойдет, Женя, отдавай, Женя, отдавай, Женя, не жадничает вратарь, да почему ты тащишь-то, ну, что за фигня? Отлично, 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 Евгений, Евгений, конопля, ты можешь, конопля. Аккуратно, аккуратно, нам нужен верный гол, нам нужен стопроцентный момент угловой. Давай, 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 и выскакивай, да-да-да, убежишь, Лёва, Левандовский, Лёва, ну бей же ты, ну почему так долго? Почему ты такой долгий, но мяч у нас еще остается, еще можно нам пободаться, Неймар, Неймар, Неймарчик родной, что он делает? Да пенальти, судья, ну что ты начинаешь, нормально же общались. Нет, ну скажите, что там не было пенальти, чуваки. А здесь фол. Ну конечно, здесь фол и карточка моему футболисту, хотя вот только что был 100% пенальти. Давай на пейсе, родненький Неймар, словно мой соперник в первом тайме, он тоже так делал, поэтому мы будем пользоваться 5 звездами Рабона. И подачку Левандовский! Левандовский царь! Просто царь! Навесы в этой FIFA не скажу, что работают 100%, но когда... Ты навешиваешь на Роберта Левандовского, и он находится один во вратарской площади. Это 100% гол, тут даже говорить не о чем. Женя, играй без потерь только, я тебя умоляю. Вот все что угодно, только мяч не теряй. Отлично, отлично. И можно скатить Женьке обратно. Женя, ну принимай, принимай. Бей, вратарь! Вратарь успел сыграть. Все, все, дорогие друзья, это победа. Это победа со счетом 2-0. И мы в буквальном смысле, наверное, все-таки вымучили эту победу. Лучший игрок матча Евгений Коноплянко. Это, наверное, будет заслуженно, потому что вы сами видели матч. Что могу сказать еще? Роберт Левандовский также меня сегодня порадовал. Неймар очень серьезно усилил команду. И я предлагаю вам подумать над тем, чтобы в следующем матче выпустить его. Вот статистика матча. Если вы обратили внимание на то, какая была после первого тайма, то вы убедитесь в том, что во втором тайме полностью инициатива была на моей стороне, я нанес кучу ударов. И, как следствие, вторая победа в футдрафте у нас в кармане. Ну и прежде чем заканчивать этот выпуск, дорогие друзья, вас ждут упорные ответы на ваши комментарии. Поехали! Где Нарния? Я требую Нарнию. По скриптам, футболка класс. Где взял? Не насосала. А подарили в торговом центре Рио на турнире. Йо. Нарнии нельзя снимать, отмазка. Знаете, но он думает, что мы не догадаемся. Ладно, признаюсь, я немного слукавил, сказав, что нельзя снимать в Нарнии. В общем-то, если кто-то из вас смотрел фильм «Нарния» и сделал это внимательно, он уже там мог найти меня. Все, что вы знаете, скоро изменится.
Ты лучший, будет ли новая рубрика? Обязательно будет, но для начала я хотел бы возобновить и очень усиленно так ударить на те рубрики, которые уже есть на канале. Это «ФИФА с препятствиями», «Миссия невыполнима», возможно, «Три богатыря» еще раз вернуться, если вы этого захотите. Ну вот как-то так. Передай привет Льву Аслану. Аслан, тебе Белоусова Олеся привет передает. Помнишь ее? Ты что, дурак, бля? Гер, когда ты бороду сбреешь, она так себе. Че ты начинаешь? Нормально же общались. Меня напрягает мяч. А может, Нарния находится именно там? А, Герман? В общем-то, на этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, разумеется. В общем-то, не забудьте оставить свой комментарий на тему того, кого бы вы хотели видеть в следующей серии Фуддрафта, какие изменения, может быть, стоит ли выпускать Неймара, опять же, стоит ли оставить в таком составе Евгения Коноплянку, может быть, еще что-то. В общем, друзья, на этом на сегодня все. С вами, как всегда, был Герман Эль Классико. Всем удачи и до скорой встречи. Пока.